Между Пензенской областью и Чувашской республикой заключено соглашение о взаимном сотрудничестве. Мы активно работаем и сотрудничаем уже на протяжении многих лет. Мы видим и внимательно отслеживаем развитие Чувашской республики. Мы видим, что по темпам экономического роста, по индексу промышленного производства вы развиваетесь. У вас идет плюс за январь-май этого года. У вас в этой связи идут и налоговые поступления с плюсом. Вы в прошлом году чуть больше, на 0,2 или 0,3% сдали жилья больше, чем в Пензенской области. Заняли первое место, а мы заняли второе место. Мы видим, что в Чувашской республике есть чему поучиться по многим направлениям, поэтому едем сюда, учимся, общаемся. Ваши едут к нам тоже учиться по некоторым направлениям. Это нормальная практика работы. У вас очень красивый, хороший город, у вас очень хорошее благоустройство, прекрасный центр города. Хочу поздравить всех жителей Чувашии с праздником, Днем Республики, пожелать счастья, здоровья, любви, благополучия и процветания.